Все, я уже в Анталии. Ой, не так я сказала, не в Анталии, я в Алании. Это я утром прилетела в Анталию. Ну, что-то как-то мне не поглянулось. Море нехорошее, я решила в Аланию. Мусафу тут же подговорила. Приехал, представляете, с орешками, как Дед Мороз. С целым мешком орешков. И более того, с целым мешком орешков еще с плащегубцами. Плащегубцы колоть орехи. Мы только что приехали в Аланию. Набрали бананов, воды.